Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня у нас на обзоре Mach, Mach 14,5 миллионов мощи. Как обычно, в последнее время данный Mach ищет нового собственника, соответственно, все данные собственника нынешнего будут внизу в описании под видео. Вы сможете с ним связаться, обсудить вопросы по персонажу. Вот, далее будет сейчас обзор. Честно говоря, я его еще не смотрел, то есть буду смотреть вместе с вами изначально вот как есть. Так, что у нас по PvP шмоткам? Красные вторые. Так, это damage плюс 30. Здесь занижение PvP атаки, занижение PvP атаки врага, увеличение парирования, крит рейта. И также damage. PvP power у нас 3900, HP 18 миллионов, так, атака 442. Что у нас еще интересного здесь? Духовка 9, смотрим, что по духовке. HP персонажа 20, прочность персонажа 38, плюс damage 36, прочность персонажа, все в основном персонаж. Так, еще плюс damage, экзо HP, прочность персонажа, экзо HP. Так, по основным статам у нас 28500 крита, 389 прочности, что у нас, плюс damage 2,7 миллиона, так, доп урон 177%, иммун 97,92%. Ну, в принципе, маловато, но это не топовый персонаж, соответственно, чтобы персонаж просто по мощи развит, скажем так. Это, кстати, первый сервер, то, что я еще не сказал, нет, Альянс, нет. Первый сервер по мощи, он здесь 21 место занимает этот персонаж, по PvP мощи 19 место. Но так как это первый сервер, нужно понимать, что здесь мощные ребята. Вот. Так, что у нас интересного еще? PvP кольцо. В принципе, объяснять ничего не стоит, я думаю, вы и так все видите. Так, что у нас еще здесь? Трансформа. Так, трансформа 50. Вкачано шмотки на трансформе. Сама трансформа у нас здесь вторая, первая. То есть есть куда еще вкачивать. Так, что у нас еще? Ну, книжку, в принципе, покажу. Здесь все прокачано по драконам. Смотрим, что у нас здесь есть. Так, Goldly Orb. Так, смотрим, что у нас в эволюции. На размещении тут PDF. Уворот минус урон. Уворот. Парирование. Здесь что у нас? МДФ уворот. Ох, ничего себе уворот. Ну, тут нормально уворот должен быть разогнан. Здесь тоже уворот. Вот даже 45% уворот. Вау. На размещение здесь должно быть нормально уворот. Очень много уворота сделано. Очень круто. Так, здесь что у нас? Атака, прочность. Крит. Крит 25 статом крит. Крит 25. Здесь прочность, здесь крит 25, прочность в процентах, атака и крит статом, крит плюс 35% и еще крит. Так, смотрим экзо должно быть по парированию. Так, минус damage, окей, хп, парирование 25, чистого стата немножко. Так, здесь ничего. Ну, здесь как для экза тоже ничего. Здесь парирование и уворот. Ну, здесь парирование. Ой, хорошо парирование. Так, здесь тоже парирование. Ну, соответственно, да, и там в процентах. Смотрим, что у нас по статам. Размещение, значит, у нас 27 практически миллионов хп, 506 тысяч атаки. Ворота 174 тысячи. Очень неплохо. Так, смотрим. Эндо. 9,8 миллионов хп.
у ХП, 708 тысяч атаки, 206 тысяч крита, 105, почти 106 тысяч прочности, плюс дэмэдж процентный 9,92, иммун 0,24. Смотрим экзо, 33,5 миллиона ХП. По основным статам почти 181 тысяча парирования, 90 тысяч прочности, иммун 87,36, плюс дэмэдж почти 16%. Так, по рыцарям быстренько пробегаюсь, смотрите сами. То есть я буду останавливаться на всех, то видео будет очень длинным. Последние мои обзоры реально затянулись. Поэтому нужно сделать максимально быстро. Так, здесь что? Ворот парирования, плюс дэмэдж смертоносность. Смертоносность парирования, ну тут прочность крит. Звезды все на атаку. Так, по рунам смотрим. Здесь рубинчики. Тоже показываю по быстричку. Здесь ХП, ворот, ХП, ворот. Так, здесь что у нас? Тоже, кстати, рубины. Здесь у нас крит, атака, 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 атака и плюс дэмэдж. Так, размещение, ой, экзо, экзо-щиты. Очень парирование. Думаю, все будут на парирование. Ну, в принципе, да, логично, правильно. В принципе, разогнано. Что у нас по богинькам? Так, здесь что у нас? Атлантида плюс один. Значит, что у нас здесь? Основная атака. Что в допслоте? Угу. Прочность, атака. Так, здесь у нас в размещении. Кстати, а почему нет у ворота в размещении? Так, что у нас Венда? Венда у нас крит. Угу. А, не точно, всего лишь так. Здесь у нас на ХП богинька. О, богинька, слот на ХП. А богинки у нас на парирование, соответственно. Так, смотрим, что по артефактам. Так, здесь двойная прокачка. Даже не двойная, а тройная. Но это с новым. Угу. Также все чисто выкачано. То же самое. Смотрим экзо. Экзо тоже на два комплекта раскачка, но и дополнительно на парирование. Окей. Что у нас дальше? Камни. Ну, ребят, камни, смотрите. Камни максимально. Что открыто. Потому что если опять же буду камни. Каждый камень показывать, то это очень долго будет. Ну, размещение, соответственно, его никто не открывает. Эндо только нужные слоты. Экзо, соответственно, аналогично. Максимально прокачиваются только те слоты, которые нужны. Так, смотрим, что по дракону. Ну, то же самое, то есть те слоты, которые нужны, они прокачиваются и в них вставляются, соответственно, камни. То есть где нужен иммунитет, там иммунитет, где нужен доп. Урон, там доп. Урон. Так, что у нас, давайте посмотрим по скиллам, что у нас здесь. Смертоносность плюс дэмэдж 40%, МД в 32%, нормально. ХП плюс 10,8 и здесь ПДФ. Так, здесь у нас ПДФ. Прочность, атака, МДФ, минус дэмэдж у ворот. Так, Венда у нас ПДФ, плюс урон, смертоносность, здесь прочность, минус урон, и здесь просто атака. Так, и в экзо, прочность, атака, парирование ХП, круто, атака, и ПДФ. Так, вот по спинам. Ну и плюс запасной комплект, я так понимаю. Ух ты, ё-моё, аж уж их так много. Запасных-то. Окей. Так, что у нас еще? Смотрим по генам. Так, в секрет-слоте тоже все открыты стоят.
Окей, что у нас здесь? Плюс урона снова. Плюс урона снова. Также плюс урона снова. Еще и такой хороший прокачанный. В конце будет давать нормально, если прокачать. О, кстати, 3 звезды. Угу. Плюс урон. Экзопарирование. Эндоатака. Размещение плюс урон. Ага, снова ХП. Основа, опять же, нормальный на плюс урон. Основа плюс урон. Здесь на парирование. Сюда нужно ловить будет экзопарирование по-хорошему. Плюс урон. Йен. Так, здесь что у нас? Прочность, ну, такое. Плюс урон основа. Плюс урон основа. А, опять плюс урон основа. Плюс урон основа. О, это на прочность. Йен. Мутированных, очень много мутированных. Таких прям заряженных. Так, здесь что? Плюс атака, плюс урон. Здесь у нас парирование. Но я так понимаю, эти еще под прокачкой. Это вообще просто выбитые. Вот. Так, ну, все остальное, то, что по мелочам, то, я думаю, и так понятно. Ну, в принципе, перс, как для первого сервера, он такой средненький. Он не топовый, но в топ 150 общих серверов он попадает. В принципе, раскачан правильно. Основные, ну, то есть, основное все, что нужно есть. Он не мега донатный персонаж, хотя VIP 12, но вот как есть. В принципе, показал персонажа полностью. Вот такой вот мах 14,5 миллионов мощи. Ребят, напоминаю, он ищет нового собственника. Соответственно, все данные собственника я оставлю в комментариях под видео. У меня уже язык заплетается, я снимаю почти в 12 ночи. К сожалению, с моей работой раньше у меня не получается сейчас. Вот, поэтому еще раз говорю, да, данные собственника будут в комментариях под видео. Связывайтесь, общайтесь. Возможно, вскоре кто-то новый появится на этом персонаже. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.